Покупайте в интернет-магазинах или заказывайте билеты или гостиницы. Единственный кэшбэк-сервис без минимальной суммы для заказа и платящий за все покупки в AliExpress, Wildberries, Walmart, eBay и многих других магазинах, популярных и не только. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня у меня очередная посылка с Gearbest. Вот так вот происходит, что с Gearbest стал я достаточно часто заказывать. Это пришла лампа. Но пришла она вот в такой вот упаковке Почты России. Оказалось, что у меня был когда конкурс с тремя каналами на телефон. И я потом выкупал себе лампу. Я ее заказал на адрес победителя. Вот, он мне потом написал, мы с ним сговорились, как что, все, и он мне ее выслал. Получается, что уже фактически она даже распакованная была из оригинальной упаковки, которую мне прислали с Китая. Не мне, а ему. Приехала с Москвы, он мне выслал. Вот. Это LED-лампа. Все помните, у меня было на обзоре Blitzwolf, или как он называется, лампа LED. Вот, мне она очень понравилась, я решил заказать другую, похожую. Это вот LED Desk Lamp MT306. Я так понимаю, чисто ОЕМовская какая-нибудь. Вот, куда-нибудь ее потом приспособить, потому что мне более чем понравилось. Так, три режима работы, это калькулятор, не знаю, работа за компьютером, сон и чтение. Так, Multi-Range Angle. Ну и регулировка, короче, здесь всякое такое. Больше здесь где-то я что-то 5 ватт прочитал и не помню. Ну давайте-ка откроем и посмотрим. Стоимостью, блин, вот пока она дошла, потому что пока она шла до него, потом она шла от него ко мне, он высылал достаточно долго. И как бы, ага, 5 у нас видов работы. Давайте-ка сейчас узнаем. Вот, вот такой вот блок питания, адаптер. Я почему-то думал, что он будет работать от порта USB, но нет, у него свой блок питания с таким разъемом. 12 вольт, а вот, все понятно, 12 вольт у нас же потребляет. И 1 ампер, так, сама лампа. О, то есть ничего нет такого. Вот она, сама лампа. Вот она вот так вот гнется, поворачивается на фактически на 360, ну на 340 градусов точно. Вот, и все такое. Это под алюминий. И еще поворачивается у нас вот так вот. Вот в такие разные стороны. Классно, мне очень понравился свет. О, еще и поворачивается вот так вот. Очень жестко, конечно, поворачивается. Здесь у нас порт для подключения зарядки и порт USB для включения, например, всяких для подзарядки телефонов, планшетов. Сколько выдает, не написано. 10 ватт. 10 ватт – это у нас мощность нашей лампы. Вот включил я питание. На блоке питания горит красненько, и здесь за лампой горит красненько. Я считаю, что вот здесь лампочка точно бы не нужна, можно заклеить. Итак, а, во, и еще вот здесь вот у нас синее, это что, индикатор работы, состояние работы. Давайте-ка сейчас проверим наши режимы работы. Итак, полностью выключен свет, только за окном. Включаем нашу лампу. О, прикольно. Главное, мягко, медленно, мягко включается и выключается. Супер. Это у нас основной режим работы получается. Теперь давайте-ка нажмем на книжку. Свет стал белее. Не знаю, вы заметили, не заметили. Я прям заметил, что он стал белее. Это максимальный. Это минимальный. И по градации. То есть можно даже, кстати, не вести, а нажимать вот на эти вот штукенцы. Прикольно. И максимально. И давайте-ка на кофе нажмем. Стал свет желтее. Опять же, не знаю, заметили, не заметили. Вот так вот. Минимум. Максимум. И градации вот такие вот. Я считаю, что замечательная лампа. Кстати, ни капельки не греется. Все тепло отводится хорошо. Вот. И пятно такое достаточно размытое. То есть, если поднять, то, ну, короче, мне более чем нравятся вот эти лампы. Они компактные, удобные, легкие. Не нужно менять вот эти лампочки, которые постоянно
сгорают, и я вообще устал менять в своей лампе такие лампочки. Но небольшой все-таки косяк в том плане, что высота их не очень большая. Я сейчас не могу вспомнить, какие габариты, но ссылка в описании, там написаны все эти габариты, и можно перейти и посмотреть. Ой, еще вот так вот сложить. Во, вообще обалдеть. Как ночничок можно прикрутить, и будет работать замечательно. Так что вот такая вот лампа с Gearbest'а. Ссылочка в описании. Если вам понравились, проходите, покупайте. Мне более чем понравилось. Ссылочка в описании. Всем лайк. Пока.